МЧС России готовится к предстоящему паводку и сезону лесных пожаров. В Заполярье стартовал третий этап весенних учений. Цель тренировки – повышение готовности всех экстренных служб к внештатным ситуациям. По легенде учения, рядом с поселком Мурмаши в лесной зоне вспыхнул пожар, угрожающий безопасности жителей населенного пункта. К ликвидации возгорания привлекли не только наземную технику, но и авиацию. За распространением условного огня специалисты МЧС наблюдали из организованного штаба. Для тушения возгорания спасатели использовали в том числе мобильные бассейны. Для ликвидации данного пожара были задействованы силы авиационной охраны лесов в количестве 20 человек, 3 единиц техники, аэромобильная группировка главного управления в количестве 100 человек, 13 единиц техники и Мурманская подсистема РСЧС в количестве 50 человек, 20 единиц техники.